Привет, друзья! Хочу поделиться с вами секретом квашеной капусты. Ни в одном рецепте я этого не нашел, а без этого секрета капуста не квасится, а тухнет. В современных реалиях, когда рынок захвачен сетевыми магазинами, сетевые магазины продают капусту, та, которая больше весит и лучше лежит. А именно, это сорт репка, и они продают ее зеленую. Зеленая капуста не квасится, а тухнет, поэтому, выбирая капусту для заквашивания, любой рецепт вы можете взять, но если вы выберете зеленую капусту, она у вас не заквасится, она у вас затухнет. Я обошел 4 магазина, Дикси, Пятерки, Биллу, и только в одном я нашел 2 более-менее зрелых кочана. Они должны быть белые, белые должны быть в основании. Ну, по возможности, чтобы листы тоже были белые. Ну, вот более-менее вот я нашел. Вот, все остальное просто. Значит, на килограмм капусты 1,5 ложки соли крупной, 2 морковки на кочан, и квасим, и закрываем. Получается отличная капуста квашеная. Вот, ну, начнем. У меня ножевой канал, поэтому шинковать капусту будем ножом от Coral Knife. М390, топовое исполнение, сведение в 0,3, Crazy Fiber на рукояти, очень красиво и функциональная вещь. Надо слоями делать морковку, с капустой так будет проще мешать. Поэтому половину сделали кочана и морковку одну трем слоем. Это 3 килограмма, поэтому больше половины я сделал, значит 3 ложки соли. Соль крупная, можно чуть поменьше. Кочан дорезан, поэтому еще 1,5 ложки. Можно чуть поменьше, можно ложку на килограмм, ну, либо не полный. Вот, значит, ведро 20 литров, оно заполнено уже больше, чем наполовину. Для того, чтобы лучше заквасилось, точнее, чтобы заквасилось, и для того, чтобы освободить место, нужно это все перемешать и помять. То есть их надо, капусту нужно мять, чтобы она дала сок. Продолжим веселье. Второй кочан. Этот более зеленый, но надеюсь, все-таки заквасится. Я люблю крупную капусту, поэтому режу крупно. Перемешивать лучше сразу, то есть по этапам, иначе потом будет тяжело, вываливаться будет из ведра. Ну, собственно, это.
Из 6 килограмм получилось 2 трети ведра. Это примерно 2-3 литровых банки. Так, готово. Далее ставим под гнет. 2-литровой бутылки достаточно вполне. Сорт Слава отечественной капусты квасится быстрее, но вот 3 дня оптимально для этой репки. И будем смотреть, как она будет заквашиваться. Так, прошел один день. Полностью рассол покрыл капусту. Пузырится, значит, все хорошо. Процесс идет. Но квашеной капусты пока не пахнет. Именно вот такой закваской. Но процесс пошел. Так, второй день. Все квасится хорошо. Но самое время перемешать капусту, чтобы газ выпустить, скопившийся. В общем, я рекомендую перемешать. Так. Класть хорошо. Ну и ставим, пускай еще денек стоит. Так, третий день. Пахнет хорошо заквашенной капустой. Ну, в общем, она заквасилась. Теперь, значит, мы ее сейчас перемешаем и разложим в банке. Значит, плотно напихиваем в банке, доливаем рассола и закрываем плотно крышками. Ставим в холодильник. Я рекомендую месяц подержать в холодильнике, можно меньше. Ну, меньше просто она будет недобродившая такая, так скажем, молодая. Вот. А так она в холодильнике может хранить сколько угодно. Вот у меня есть банка, она уже год стоит. Вот. Из 6 килограммов получилось 5 литров квашеной капусты. Надеюсь, было интересно.